Если вы хотите быть рабами банкиров и при этом оплачивать свое собственное рабство, то тогда позвольте банкирам создавать деньги. Лорд Джон Стэм, директор Банка Англии. В ночь на 21 декабря 2012 года многие жители нашей планеты ждали конца света, судного дня человечества. Но не произошло ровным счетом ничего. Очередное пророчество о конце света оказалось очередной же пиар-акцией. Шоу, призванным отвлечь людей от реальных проблем. Они не должны видеть, что зло уже пустило корни на Земле. Оно прикрыто красивыми вывесками и блеском наружных реклам. Оно бесшумно, потому что его звуки заглушают масс-медиа. Имя этому злу — судный процент. Он подобен вирусу, разъедающему душу отдельного человека и общества в целом. Он превращает нас всех в рабов, полностью зависимых от кучки людей, считающих себя элитой. На самом деле, элита — это никто иной, как ростовщики, которые сегодня именуют себя банкирами. Они были всегда изобретательны в конструировании хитроумных схем при умножении денежных капиталов. Однако самой невероятной махинацией со времен изобретения судного процента стала система частичного резервирования. Я, Валентин Катасонов, доктор экономических наук, расскажу о главной афере ростовщиков, которая позволяет создавать деньги из воздуха. Представьте, что вы решили напечатать деньги. Вы берете листок бумаги, кладете его в принтер, и вуаля! Вы идете в магазин и требуете поменять свои новые деньги на товар. Последствия очевидны. Следователи расскажут вам, что выпуск и подделка денег – серьезное преступление, так как является чрезвычайно опасным деянием, подрывающим благосостояние всего общества. То, за что вам светил бы солидный срок, банкирам приносят баснословные прибыли. Только 3% обращающихся в мире денежных знаков – законные платежные средства. Остальные 97% – деньги виртуальные и нелегитимные. Профессиональные экономисты их называют депозитными, безналичными, производными и тому подобное. Их делают из воздуха частные коммерческие банки. Когда вы приходите в банк, чтобы взять кредит, например, на покупку квартиры, вы думаете, что банк выдает вам деньги вкладчиков или собственные средства, а уплата судного процента – лишь вознаграждение за риск и недополученную пользу от использования денег. На самом деле банкир проделывает невероятный фокус. Он создает деньги из воздуха. Точнее, из вашего обещания в установленный срок уплатить долг с процентами или в случае неуплаты отдать банку свое имущество. В любом другом виде бизнеса такой фокус Уголовный кодекс трактовал бы как мошенничество. Но в банковской экономике это абсолютно законная сделка. Процесс создания банком денег настолько прост, что ум отказывается в это поверить. Современная банковская система производит деньги из ничего. Джон Кеннет Гелбрейт, экономист. Секрет фокуса в том, что банкам законом разрешено частичное резервирование. Иначе говоря, у банков просто нет денег на выплату всех долгов перед вкладчиками. Закон обязывает банки иметь всего 10% средств, необходимых для выплаты собственных долговых обязательств. Остальное может быть использовано для активных операций, таких как, например, кредит. Но фокус состоит в том, что кредит тоже не что иное, как долговое обязательство банка. В большинстве случаев, заключая кредитный договор, вы получаете не деньги, а лишь обещание банка выплатить их третьему лицу, в нашем случае продавцу квартиры. И закон обязывает всех нас считать такое обязательство платежным средством. В принципе, банковское обязательство можно обналичить,
но чаще всего тот же продавец квартиры вновь поместит их в банк. Это называется вторичным депонированием. Но ведь продавец может отдать деньги в другой банк. Да, но все банки входят в единую систему. Кредиты в одном банке становятся вкладами в другом и наоборот. Теоретически банковская система действует как один банк, где все созданные деньги возвращаются. Современная банковская система производит деньги из ничего. Данный процесс, вероятно, является наиболее удивительным фокусом, когда-либо изобретенным. Банковское дело было задумано незаконно и рождено во грехе. Лорд Джон Стэмп, директор Банка Англии. Приведем другой пример. Вкладчик поместил в банк 10 тысяч рублей. Законопослушный банкир оставил 10% резерв в сумме 1000 рублей, а 9 тысяч выдал в виде кредита. После того, как кредит будет использован, он вернется в банк в виде нового депозита, и цикл повторится. 900 рублей станут резервом банка, а 8100 выдано в виде кредита. И так далее. Подсчитано, что с 10 тысяч рублей банкир может получить около 100 тысяч рублей. То есть 90 тысяч рублей будут созданы из ничего. Удивительно, что большинство не только простых граждан, но даже политиков, определяющих законы государства, абсолютно не понимают, как работает банковская система. Они уверены, что прибыль банкирам приносит разница между процентами по вкладу и кредиту. На самом деле, основная прибыль при частичном резервировании зарабатывается банками именно за счет создания кредитных денег. На своих лекциях я иногда спрашиваю студентов, какой самый ценный ресурс рыночной экономики? Звучат разнообразные ответы. Золото, нефть, земля, человек. А я отвечаю, самый ценный ресурс рыночной экономики – это дурак, с которого можно стричь все, что тебе угодно. В роли этих дураков, или, как выражается в других кругах, в роли лохов, к сожалению, выступаем все мы. Кто-то скажет, что частичное резервирование – это большой риск для банкира. Ведь если все вкладчики придут одновременно, то он разорится. На самом деле нет. Вернее, не сразу. Дело в том, что когда один банк окажется неспособным выплатить клиентам деньги, он может занять их у другого. Если это не поможет, на помощь ему придет центральный банк страны. На крайний случай государство, дабы сохранить спокойствие вкладчиков, а на самом деле спокойствие банкиров, вынуждено будет спасти банк путем вливания из казны. То есть мошенническую деятельность банкира покроет солидарная ответственность всего общества. И только если у государства и центрального банка не окажется средств или желания спасать частный банк, то тогда грянет черный понедельник, вторник, среда или любой другой черный день. К закрытым дверям банка выстроится очередь разгневанных клиентов, но поздно. Созданный денежный пузырь лопнул, и деньги из ничего превратятся в ничто. Если вы сужаете банку деньги, кладете их на банковский депозит, вы не только получаете существенно меньший процент по вкладу, но еще вынуждены довериться этому банку. Никакой залог со стороны банка в вашу пользу на случай его несостоятельности или банкротства не только не предусматривается, но считается неуместным даже ставить об этом вопрос. Юрий Болдырев, экономист, публицист. Но ведь банк отвечает перед клиентами всем, что имеет, скажете вы. Кто же спорит? Вот только у банка ничего нет, он нищий. Его главное состояние – это деньги клиентам. Но благодаря частичному резервированию их в десятки, а иногда в сотни раз меньше, чем всех долговых обязательств банка. А где же собственные средства банка? Уставной капитал, ценные бумаги и другие активы. А они, скорее всего, как и часть денег вкладчиков, уже вывезены за рубеж и осели на тайных счетах ростовщиков. Пройдет время,
утихнут обвинения, смирятся с потерей вкладчики, и ростовщик откроет наворованную кубышку и начнет строительство очередной долговой пирамиды. Хранение денег в банках рискованно даже для такого клиента, как государство. А уж примеров пропажи госсредств в банках превеликое множество. Любой банк, придерживающийся практики частичного резервирования, является по определению неплатежеспособным. Только этого почему-то не замечают клиенты, органы банковского надзора, аудиторы. Кстати, мой опыт общения с живыми банкирами показывает, что они как раз очень хорошо ощущают свою неплатежеспособность, только не афишируют ее. А чтобы у клиентов не зародилось никаких сомнений, то банки создают пиар-службы, убеждающие клиентов в своем бессмертии. Современная банковская система – это строительство долговой пирамиды. Банк может создать столько денег, сколько у него готовы взять в долг. Но для того, чтобы рисовать пустые деньги, банкирам нужен постоянный приток депозитов. Чтобы он не прекращался, банки используют различные способы. Например, повышают процентные ставки. Это явный признак того, что со строительством долговой пирамиды у банка возникли проблемы. Если посмотреть на депозитно-кредитные операции банка как на процесс строительства пирамиды, приходит понимание того, что банковская деятельность есть не что иное, как азартная игра под названием «Лохотрон». В этой игре всегда выигрывают организаторы, в то время как участники игры с большой вероятностью лишаются своих денег. Практика частичного резервирования возникла еще многие столетия назад. Началось оно с откровенного мошенничества. Ростовщики и менялы брали на хранение золото и под это золото выдавали складские расписки, по которым ее предъявитель мог в любое время получить золото из хранилища. Поскольку одновременно все расписки ростовщикам не предъявлялись, то они сообразили, что расписок можно выписать больше, чем золото, которое фактически находилось у них. Этими расписками можно было расплачиваться за товары, как обыкновенными деньгами, получая хороший процент. Это было жульничество. Но поначалу его никто не замечал. Когда только бегство. В давние времена с пойнами на жульничестве ростовщиками не церемонились. Еще в средние века и надо было запретить практику частичного резервирования. Но ростовщики сумели договориться с правительствами и судами. Они обязали ростовщиков держать в наличии установленный резерв средств, а банкиры получили законное основание продолжать свой лохотрон. Ростовщикам за многие века их криминальной деятельности удалось решить невероятно сложную задачу. Они сумели почти всех убедить в том, что частичное резервирование – это норма, что привлечение законных денег под долговые расписки – это не просто операция по хранению, а судная операция, которая отражается в балансе, но при этом она не имеет надлежащего обеспечения со стороны ростовщика. То есть операция, которая заранее дает право грабить своих клиентов. Сегодня практика частичного резервирования стала господствующей на планете. К сожалению, в этот клуб жуликов вступила и Россия. Совершенно очевидно, что как факир без ассистента, так и банкир без правительства не смогли бы проворачивать свои фокусы. Во-первых, правительство позволяет частным банкам обналичивать долговые расписки в национальной валюте. Хотя создание денег из воздуха ничем не отличается от мошенничества и фальшивомонетчества. Во-вторых, судебная власть преследует граждан за долги. Преследует безжалостно и жестко.
В-третьих, правительство и парламент на уровне законов заботятся об этой денежной системе. Они как опытная ассистентка, которая отвлекает наше внимание от манипуляций фокусников. Если однажды банкир решает начать преступную деятельность, кое о чем он должен побеспокоиться заранее. Ему необходимо нанять юрисконсультантов, экономистов и финансистов, чтобы убедить суд и публику в том, что частичное резервирование является не мошенничеством и хищением, а законной предпринимательской практикой. Мюррей Ротбард, экономист. Но откуда созданные деньги возьмут стоимость? Ведь они созданы из ничего. Это самый важный вопрос. В случае с фальшивомонетчиком потерпевший — это тот, кто не смог приобрести на фальшивые деньги услуги и товары. В случае с банками все не так очевидно. При частичном резервировании созданные деньги забирают часть стоимости реальных денег. То есть банк грабит не одного, а сразу всех. Создание новых, необеспеченных ничем денег разгоняет инфляцию. Чем больше денег создано, тем выше рост цен. Но именно те, кто создает инфляцию, то есть ростовщики, выигрывают, а проигрывают простые люди. Потому что вновь созданные деньги оказываются именно в руках самих ростовщиков. С помощью этих новых денег они приобретают товары и активы по тем ценам, которые сложились на рынках еще до появления новой партии денег. А далее деньги начинают двигаться, и рынки начинают реагировать на увеличение денежного предложения ростом цен. До простых людей новые деньги доходят в последнюю очередь, когда инфляция получает хороший разгон. Этот мошеннический механизм ведет к перераспределению богатства в пользу ростовщиков за счет народа. Почему правительство мирится с подобной ситуацией? Да потому что ему это выгодно. А в деньгах, создаваемых из ничего, оно видит источник доходов, альтернативный политически неудобному повышению налогов. Как российскому правительству удалось в разгар мирового кризиса провести значительное повышение зарплат и пенсий, начать масштабные реформы в армии, вложить колоссальные средства в подготовку к Олимпиаде? Ответ-то прост. Оно позволило банкам грабить собственный народ и собственную экономику. Это и есть главная коррупционная схема. Банкиры платят правительству за право и дальше вести свой жульнический бизнес. Вот только деньги в этой глобальной взятке наши. И нам всем придется заплатить втридорога. Например, банк выдает военные ипотечные кредиты под 12% годовых. Нетрудно подсчитать, что за 20 лет службы военнослужащего казна заплатит банку за квартиру в 2,5 раза больше. А правительство возьмет их у нас из налогов, а также из ограбления национальной экономики. Еще одной причиной попустительства со стороны государства и политиков является страх. Выступать против банковской системы не только опасно, а смертельно опасно. Власть денег охотится за нашим народом во время мира и плетет против него заговоры, когда идет война. Она более деспотична, чем монархия, более нагла, чем автократия, и более эгоистична, чем бюрократия. Авраам Линкольн, 16-й президент США. Одной из первых жертв ростовщиков стал отец-основатель американской демократии Авраам Линкольн. Мало кто знает, что главным врагом США он считал не рабство, а банки с их практикой частичного резервирования. Линкольн выступил за сохранение права на выпуск денег только у федерального правительства. Тогда международные ростовщики обратились к испытанному рецепту. Чтобы создать долг и зависимость, нужно посеять смуту. Именно английские банкиры финансировали мятеж Южных Штатов, переросший в кровопролитную гражданскую войну. Однако разрушить США не удалось. Север, как известно, победил, но 14 апреля 1865 года Линкольн был застрелен, так и не сумев предотвратить появление
Национального банка США. Основная версия говорила о том, что убийца Линкольна был сторонником Юга. Однако у его современников не было сомнений, кто стоит за фанатиком. Если эта порочная финансовая политика, возникшая в Северной Америке, будет доведена до логического конца, то правительство США обеспечит страну деньгами без платы за их использование. Эту страну нужно разрушить, или она уничтожит все монархии в мире. Газета «Лондон Таймс». Спустя 130 лет, в 1991 году, другой ярый сторонник ростовщической системы, Маргарет Тэтчер, сказала те же слова, но уже о другой стороне. «Советский Союз – это страна, представляющая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе, я имею в виду угрозу экономическую». Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Советский Союз действительно смог продемонстрировать, что развитие экономики возможно без применения судного процента и частичного резервирования. Советская банковская система состояла всего из четырех государственных банков. Система строилась по филиальной иерархической схеме на основе государственно-территориального деления. То есть районное отделение подчинялось областному, областное – республиканскому, а оно, в свою очередь, главному управлению. И все банки вместе с филиалами подчинялись Госбанку СССР. Баланс главного банка страны включал балансы всех нижестоящих банков и равнялся всей денежной массе страны. То есть кредитов можно было выдать столько, сколько было законных платежных средств государству. Это и есть принцип полного резервирования. Только Госбанк имел право имитировать, то есть создавать деньги, количество которых устанавливало государство. Оно же определяло общую кредитную массу, то есть сколько рублей могут быть выданы в виде кредитов под символические 2% годовых. Госбанку оставалось лишь распределить средства по банкам низового уровня. Таким образом, банки играли чисто техническую роль, а банкиры были обычными чиновниками и бухгалтерами. Создание оригинальной банковской системы, которая смогла эффективно осуществлять кредитно-денежное обслуживание громадной территории в условиях войны, послевоенного восстановления, научно-технической революции, есть высочайшее достижение советских финансистов. Но вот осознание этого факта до сих пор отсутствует. Более того, современные российские банкиры и политики едва ли не в голос кричат о том, что советская финансовая наука и практика были безнадежно отсталыми. При этом воспетая ими существующая банковская система сделала всех нас долговыми рабами. Все познается в сравнении. Ростовщики добрых старых времен торговали деньгами, которые принадлежали им лично. Ростовщичество времен частичного резервирования – уже совсем другое. Ростовщик сужает не свои личные деньги, а новые деньги, которые он создает из воздуха. Но проценты, получаемые от дачи в суду таких искусственных денег, вполне настоящие. Так что если старое ростовщичество было просто грабежом, то ростовщичество, основанное на частичном резервировании, это грабеж в квадрате.